Всем привет! Аквариуму исполнился год. Сейчас почистим стеклышко и посмотрим, что там происходит. По низу у нас без изменений. Все то, что было, то и осталось. Все прекрасно работает. По тестам сделали сегодня нитрат фосфат. Идеально. И по нитрату, и по фосфату. И по ходу это попало в настроение кораллов. То есть они и цвет, и рост у них великолепный. И думаю, ничего менять не стоит. Такой баланс у нас организовался в результате кормления сухим кормом. Заморозку тут никто не дает. Думаю, что если бы чуть-чуть заморозочки, то и нитратик бы, конечно, поднялся бы. Ну, и так все нормально. Думаю, что нитрат в динамике где-то в районе до 5 там держится. И это для рифа идеально. Центральная и правая скала практически полностью заросла. Левая чуть отстает, но, думаю, скоро догонит. Там, конечно, рыбы не дают что-то поставить, постоянно скидывают. Ну, когда-то это все по-любому зарастет. Ну, так, вид, конечно, уже какой-то есть. Все-таки год прошел. Ну, на год оно и, как на мой взгляд, так должно и выглядеть. Ничего нового мы не подселяли. То, что на начальном этапе было подсажено, то и есть. И по рыбе, и по кораллам. То есть оно, все то, что было, то растет. Ну и, на мой взгляд, все окей.